Итак, друзья, всем салют. Недавно я на своем смартфоне Xiaomi нашел очень крутую фишку, которая порадует всех любителей слушать музыку через наушники со смартфона. Я давно пользуюсь Bluetooth наушниками, и вот в очередной раз делаю обзор на одни из новых наушников. Обзор, кстати, недавно был на канале. Смотрите обзор наушников от Well, полноразмерных, с хорошим микрофоном, с хорошим шумодавом. Короче, суть в том, что, смотрите, я подключаю одни наушники, открываю и открываю вторые наушники. Ну, понятно, что когда мы зайдем в настройки Bluetooth, то увидим, что одновременно подключены и те, и другие наушники. То есть, вот наушники CMF и наушники Redmi Buds 4 Pro. Также подключена Bluetooth-колонка Transmart Tune S100. Вот она у меня тут стоит слева. В общем, прикол в том, что вот смотрите, под Redmi Buds 4 Pro написано «активно». Значит, эти наушники сейчас как раз и работают. Не секрет, что мы можем подключать хоть тут дюжину устройств, но работать будут только одни, те, которые активны. Но я, подключив двое наушников, решил зайти в настройки Bluetooth вторых неактивных наушников и нашел тут такую функцию, как передача звука. Раньше я не видел этой настройки, но теперь, включая ее, подключаются и вторые наушники. Причем отсюда мы можем регулировать их громкость. Таким образом, у нас сразу начинает воспроизводиться одновременно звук в двух наушниках. Ни на одном другом смартфоне этой функции я пока еще не видел. Посмотрите на своем смартфоне, возможно, у вас эта фишка есть. У меня вот на Poco F5 эта функция присутствует. Тут HyperOS и Android 14. Пользуйтесь, включайте, настраивайте и пишите в комментариях, у кого получилось и на каком смартфоне. Также не забывайте подписываться на мой канал. Я открыл канал на Рутубе, ВК, в Телеграме и, естественно, на Ютубе тоже не забывайте подписаться. В общем, на сегодня все. Спасибо за внимание, всего доброго и до скорых встреч.